Работы начались всего пару дней назад, а старая спортивная площадка уже демонтирована. Рабочие вывозят то, что осталось от прежнего покрытия. На стенде, который находится у места проведения благоустройства, вся исчерпывающая информация. Здесь видно, что реконструировать будут два больших объекта – спортивную площадку и сквер. В этом году разыгрался конкурс, и мы благоустраиваем спортивную площадку, детскую площадку, зону тихого отдыха. Бюджет разыгрался там 10 миллионов. Сроки выполнения, ребята обещают выполнить все это за 30 дней, но я думаю, что это конец августа. Визит в поселок совхоза имени Ленина стал для Андрея Звекова одним из первых на посту начальника территориального отдела «Картинский». Тогда ему рассказали, что сквер уже пытались реконструировать, но не сложилось. Программа, под которой был проект, об установке песочного города. Но в связи с отсутствием финансирования проект не был воплощен. На той встрече с жителями, депутатами и общественниками было решено еще раз попробовать воплотить проект по созданию многофункционального комплекса для отдыха детей и взрослых. Сказано, сделано. За прошедший год был создан проект, в разработке которого активное участие принимали неравнодушные граждане. Работа с жителями у нас велась прошлый год, июль, август, сентябрь и октябрь. Мы провели около 6 встреч по вопросу благоустройства этой территории. К нам поступило 9 обращений от жителей. Мы их все учли. Скоро здесь должны появиться как комфортные места отдыха для старшего поколения, так и отдельные зоны для детских игр и для активного досуга со спортивными тренажерами. Максим Козлов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.